А вы боялись. Понравилось. Нам очень понравилось. Давайте выйдем за будущее проекта, если он состоится. Я думаю, ну посмотрим, да. Я надеюсь тоже, что понравилось, потому что по обратной реакции мы будем судить, что дальше с этим вообще делать. Совсем. Поэтому ура, давайте. Сейчас вспомню, как это по-русски. Школа дизайна, которая был филиал в Москве. И школа дизайна нью-йоркская была, которая преподаватели были и, из нее. Там этот институт, который там все время заканчивала Дона Каран, там, Кельвин Кляйн, вот они говорили, вот вы дизайнеры, да, вы творческие люди, вы там себе это видите, как это может быть энергия, там эмоция, как это передать, как это важно. Но вы понимаете, что это конструктора потом надо как-то сделать. И вот нам показывали эскизы, вот такие вот три закорючки, понимаете? Это эскизы Стеллы Маккартни для художественного фильма. А вот это реальные костюмы, в которых люди ходили в фильме, их сделали конструктора. Поэтому я хочу выпить за конструктора, который мне приходила и говорила: Марина, вот в этом карманчике должна быть эмоция, а вот здесь такая строчка, ну ты там сама посмотри, какая там будет строчка, ну чтобы вот она вот такая, как не как всегда. Поэтому так ура, за воплощение. Ура! Хорошая идея, да. Одежда, которая совершенно вне этнической идентификации. Это уже как бы единение людей по другому принципу. И я такая с утра встала и думаю: о май гад, музыки-то нет под это дело в мире, что опять писать? Вот, и как бы удивительное дело, я просто услышала, что это Олег. Потому что люди, которые, да, я не крепила, они настолько разные, они настолько в разных жанрах и настолько в разных измерениях живут себе, что вот я поняла, что это должен быть Олег, который играет в первую очередь не на музыкальных инструментах, что это лампочки, выключатели, солнышко, мы очень хотим за тебя выпить и с тобой. Вот я очень счастлива, что в плотных гастролях Олега между Кёльном и Питером нашлось полтора суток, когда он заехал с нами. За тебя, очень здорово. Это нас вдохновляет, вот такие поиски, то, что сделал Олег. Я считаю, что это очень удивительное явление вообще во всем мире. Едем, опаздываем на показ, уже все стоят модели. Мы тоже сегодня опаздывали. Алексис сидит за рулем. Впереди уже Лена была, да, это мы уже поменялись местами. И вдруг... Сейчас! Подождите! И вдруг Лёше кто-то звонит, он меняется в лице, начинает разговаривать по телефону. Нас тормозят гаишники, и дальше картина, которую Лёша не обратил внимания.
подходит гаишник к стеклу, вышел из своей машины, Леша остановился. Гаишник подходит к стеклу, Леша разговаривает по телефону и говорит: гаишник, сейчас, одну минуту. И гаишник следующие минуты две. Пока Леша договорил. Понимаешь? Не, ну, это ситуация, да, когда забыли заказать билет за УЭЦ, автобус парень. Поэтому, Жень, я хочу выпить, потому что для меня реально это было очень важно, чтобы я вообще не приехал. Я осуществил эту мечту почти. Да. Спасибо.